хватит нас дразнить, а? Теперь так, смотрите. Почему я над ним ограничился? Потому что фотографии я показал в прошлый раз, но подчеркиваю. Это сад, так, из моих деревьев. Это с 2007 года. За 13 лет он должен был давно вымерзнуть чертовой матери, особенно абрикосы. Как она написала про урожай? Я вам показывал ее фотографию в прошлый раз. Как она написала? Небывалый урожай, ветки ломились. Прошло 13 лет. Экзамен сдан именно в Омске. А в Омске холоднее, чем у меня. Где-то на градус, но холоднее. Средняя на градус. Не каждый день, средняя. Вот. И теперь смотрите. Наталья Матвеева. Она у нас, я ее назначил смотрящий по Омску. Вы или дружите с этой девушкой. Вот так. Вот. Или дружите с ней. Я имею в виду самое, Попова, сейчас я скажу, как ее зовут. У меня памяти ни хрена нет. Вот. Ау. Сейчас. Я из Омска. Да елки-палки. Я же только сейчас читал слово Попова, а вдруг она уже не Попова. Ой, позорюсь. А как так бывает? Время идет. Я просто устал. Я из Омска. Нету Попова. А почему я тогда считаю, что она Попова, если я только сейчас читал? Ну что, вот я попался. Или в упор не вижу, так бывает. А ну-ка, если вот так сделать, может, она исчезла? Нет. Возвращаюсь. А теперь я вообще попал не туда. Ну-ка, может кто-то прояснит. Алло, Железова на проводе. Валентина, это самое. Я сейчас в самый момент, середина вебинара. Я читаю лекцию по интернету. Вы скажите только, сколько все, так все и все. Все, 4800. Давайте, ага. Я позадержал вашу посылку. Давайте, ага. Хорошо. Ну ладно. Так, вот это вот, а у меня такое бывает. Вот даже Антон Валерьевич знает, что у меня какие-то случаи случаются. Какие-то случаи у меня случаются. Вот сейчас я точно читал имя и фамилию. Так. И помню, что она Попова. Именно потому что прочитал, памяти нет. И мне просто стало интересно. А Антон Сафронов знает, что у меня такое со мной бывает. Я думал, может быть, случайно стерлось. Нет, вернул назад. Нет, оказывается, ничего не стерлось. Так, ну что. Итак, если что, извинюсь. Еще раз покажу. На следующем вебинаре ее. Еще скажу. Да, это Попова. Да, это самая Омск. Да, 13 лет саду. Экзамен сдан.